Итак, сегодня Синхровитал 6 у нас на обзоре. Все расскажу, все подскажу. Этот продукт у нас идет для суставов. Ссылочка на него будет в описании под видео. Заходите, смотрите. И если будет нужна моя консультация, консультация у меня бесплатная, проходит в моем чате о здоровье. Также заходите, пишите мне, что хочу в чат. Я добавлю вас. Там встретимся с вами. Итак, давайте об этом уникальном продукте. Синхровиталов у нас очень много. Это идет целая серия. Есть различные. Есть для зрения, есть для клеток мозга, есть для защиты печени, для сердца. Здесь у нас идет под номером 6. Синхровитал для суставов. Итак, идет баночка. В баночке у нас идет 60 капсул. Вот таким образом они выглядят. То есть тут идет зеленая, как видите, и идет такая светлая. Два вида капсул. По приему зеленую мы выпиваем утром, вечером мы выпиваем светлую. Продолжительность приема идет 2 месяца. Вот такие вот капсулы у нас, зелененькая и светлая. И вот очень много вопросов задают по составу продуктов. И сейчас вот вечером у меня камера не фокусирует. И если посмотреть состав, если вы зайдете, посмотрите состав, то тут идет вроде бы такой обычный состав, да? Идет хронобиологическая защита суставов. Что она делает? Она восстанавливает наши суставы, снимает воспалительные процессы и, собственно, восстанавливает наш сустав, делает его более эластичным. Если вам нужно восстановить ваши суставы, снять боль, снять воспаление, то вам нужен вот этот вот синхровитал под номером 6 суставной. Также для тех, у кого проблемы с позвоночником, у кого грыжи, это однозначно. Однозначно синхровитал номер 6. Он будет очень вам полезен. Итак, далее, если посмотреть состав, посмотреть соотношение по адекватному употреблению, нет, не фокусирует. Если посмотреть по адекватному употреблению, то идет достаточно высокий процент. Но при этом тут не превышает нормального вот этого уровня потребления. А если говорить про противопоказания синхровитала, то это индивидуальная непереносимость того или иного компонента, который содержится в данном составе. В остальных случаях можно и даже нужно пропивать этот продукт при заболеваниях суставных. Ссылочку на него я оставляю в описании под этим видео. Заходите, смотрите. Также там найдете отзывы, прочитаете. Но опять же таки повторюсь, если вам будет нужна консультация моя, это в моем чате о здоровье. Пишите мне, и я дам консультации, и увидимся уже там с вами. Консультация бесплатная. Но еще в дополнение хочется сказать, если говорить про синхровитал шестерка, то с ним было бы идеально в паре, очень идеально гармонирует эта органическая сера. Вот такой вот продукт. Они в паре очень гармонируют. Она быстро снимает воспаление, и когда они в паре, то эффект намного лучше идет. И вообще по суставам, если говорить по программе по суставам, то это в первую очередь идет же, конечно, сорбент суставной идет у нас. И синхровитал шестерка идет. И вот это вот органическая сера. Так что можно рассмотреть и программкой. Итак, с вами была Наталья Гричун, эксперт-консультант компании Siberian Wellness «Сибирское здоровье».